Мы находимся на неделе российского ритейла, разговариваем с нашими гостями. Антон, скажите, какие цели вы преследуете, посещая этот форум, и какие ожидания у вас от этой недели российского ритейла? Здравствуйте. Мы преследуем совершенно различные цели. То есть, во-первых, мы хотели встретиться лично с партнерами, с которыми общаемся по сети, по телефону постоянно. И хотели познакомиться с кем-то лично, узнать, что нового, обменяться какими-то материалами, рассказать о том, что у нас произошло в компании нового за все это время, за этот год. Также мы хотим принять участие в просмотре программы, которая была на неделе российского ритейла. Нас интересуют новые тренды, которые происходят там с года в год в ритейле, или как в B2B, так и в B2C продажах. Наша компания занимается продуктами питания оптом, мы продаем через интернет электронные торговые платформы, и нас прежде всего интересуют все тренды, которые касаются интернет-маркетинга, e-commerce и всего вот этого сегмента, который находится не в офлайне, а в онлайне. Поэтому, чтобы быть в трендах, мы посещаем, стараемся посещать, во всяком случае, все профильные мероприятия в этой области. Мы находимся в середине дня, первого дня российской недели ритейла. Как вам аудитория, как вам впечатление от тех людей, которые сюда приехали? Это аудитория целевая для вашей компании или... Я считаю, что попадание в аудиторию здесь вот стопроцентное, потому что здесь находятся те люди, которые действительно могут быть полезны как и нашему бизнесу, так и мы можем быть полезны бизнесу людей, с которыми здесь встречаемся. Аудитория довольно возрастная в целом, то есть присутствуют и молодые люди довольно, но в целом это, вот, на мой взгляд, там сегмент 30-40, даже более лет, то есть те люди, которые уже добились определенных вершин, результатов в этой области, и с ними очень приятно общаться, очень приятно налаживать какие-то деловые связи. Спасибо большое, не переключайтесь, скоро включение с нашими гостями.